Привет, мои друзья! Сегодня второй день, я иду гулять. Как я оделась? Выхожу к доченьке. Ну, естественно, ветровочку какую-то, курточку, но все беру с капюшоном, потому что здесь ветер. И смотрите, мои хорошие, тепленький костюмчик. Ну, какой тепленький, нормальный. Ну, это маска, как можно гулять? Мерхава, насал сын, меншим нигле кызберабер. Смотрите, сегодня четверг, как красиво, тепло. Вот я иду из дома, иду к дочке, смотрите. Джевахер, кто-то раздетый, кто-то в футболке, я не знаю, я же этот сердит заработала здесь, там боль. Я боюсь, ну уже жарко, смотрите, какой огромнейший Джевахер. Говорят, что открытый, ну сейчас я мимо пройду, мы посмотрим. Я вот идусь. Рядом посмотрю. Я так чуть-чуть вам видео сниму. Не знаю, когда выложу. Потому что не хватает меня на это все время, конечно. Видите? Ну, не настолько людей, потому что погода меняется, друзья. Привет, друзья. Смотрите, я у дочки в салоне. Здесь наращивает реснички сейчас, да? Да. Что еще? Брови? Брови, маникюр. Ты делаешь, девочку зовут Айгерин? Айпери. Айгери. Айпери. Айпери. Да. Хорошо. И смотрите, очень качественная работа. Потом, в принципе, когда она закончит, то можно показать. Да, у дочки очень много есть в этом, как его, в рекламе. А сколько у тебя время уходит на реснички? 2 часа. Ого. Понятно. Ну, кого будет интересовать, скажем, сумму какая. Я пришла к дочери. Вот это замученный ребенок, где он делся? Доча, привет. Здравствуйте. Покажи маникюр, какой она сделала. Новый лак, смотрите, гель-лак. А ну, красиво покажи. Вау. Красиво очень. Представляете, она сама рисует. А то мне переделать не очень понравилось. Покажи, как реснички наращивают. Рассказывай. Так что реснички наращивают? Да, у нее в салоне. Эй, мама. Привет. Оль всем передает привет. Всем. Tercüma konuşuyor. Herkese selam. Başka konuşuyor. Benim adım Nama. Говорит, что его зовут. Я ваша. Говорит, что его зовут Рахман. Я Стамбул, Шантышна. Говори, говори здесь. Конуш, конуш, бурда. Evet, evet, burada baktım bana Turkish adam. Benim Türkiş adam, ne anlatsın size Türkiş adam? Ne öğrenmek istiyorsunuz oralarda? Benim çok karabalık arkadaşım var. Mı, soru var mı? Soru sorsunlar bana. Soru sor. Yavrum. Soru sor. Bana bir şaka. Çok seviyorum şaka. Ama her geldiğinde bir şey istiyorsun. İyice kaya robota oynuyor. Git telefonu al, gel açayım. Uzak. Yok ya, taksiye mi şuradan köşede ineceğim? Ya. Yaptıracağım. Ne? Dövme. Ben mi? Kendimi döv. Ben değil, ben. Seçtim yapma, dövme. Yapma, hiç uğraşma. Ne dövme? Dövme? Evet. Göstereceğim ben ismini. Benim adım? Senin adın ne? Lila. Lili. Lili, o ne? Kedi ismi. Lili. Mama? Efendim? Kaç kişi seyredin? Skoda smadık diyeceğim ben de. Bilmem. Valla. Kompüter nerede? Компьютер сейчас мой говорит, компьютер здесь на ремонте 2 недели. Они забыли сдать, представляете? Две недели на ремонт сдали, до сих пор жду компьютер. Ай, зачем? Хочешь сделать татуировку? А где хочешь сделать? Да у него уже есть. Бай,
Ай. Вот так. Пришла к доченьке отдохнуть чуть-чуть. И, короче, завтра еще у нас один день открыт. Подожди, я сейчас показываю эти свои татуировки. Хорошо. Я уже месяц за ним. Тату. Даже сделай вид, что мне интересно. Хали бакалам. Как ребеночек он. У него, в принципе... Это мы так смеемся, ему делаем маникюр, один палец, один день, второй день, третий. Он день пит и разделил маникюр. Через 10 дней закончит. Ой, нос чешется вам. Дуля, покажи. Или пить будешь, или это... Ругаться? Да. Вот это, блин, чувствую. Лучше ругайся. Лучше пить, мам. Нет. В сегодняшней ситуации лучше я бы выиграла, чем врывалась. Замучилась. Ну, ну, дома. Маньяк мы с сумьей. Тут башка гостей. А ну, покажи. И рейнджики бья. Сестэ. И чьюз я взял, и чьюз. Вот такой татуировку. О, боже. А пусть это коня или осла себе набьет. Пусть Путина сделает. Путин не осла везет. Сейчас, herkes benim bundan sonra bu yüzümü görecek. Güzel değil mi? Hayır. Tamam, başka. Bu? Güneş mi? Yok, geç. Bu nasıl? Смотрите, какие татуировочки. Татуировочки. У него уже шея вся. На руках у него есть ли? Hayır. Не знаю, по-моему, есть, когда у футболки у него и даже на руках есть. Почему выбирает, какая подходит? Цветочек, Лиля, розочку. Сталин Косин? Сталин, Сталин без башни. Башка. Йо, сад Омас. Бай. Хайер, хепси иречи. Сасни, иречи. Сталин, Шелерин, Руслерин, Ататюрки. Валла. Аслан, япсана, Аслан. Не. Аслан и... Быть по себе льва сделает тату. Gereksiz bir şey. Aslan burcuyum diye mi? Kartal var. Kartal var? Kartal. Ha, orel у него есть. Biliyor, biliyor. Aslan da yap, iyi olur. Sevmiyorum aslan. Kedi. Sarı, kırmızı, hiçbir şeyini sevmiyorum. Kedi? Kedi. Sanatomi. Köpek Pomerian? Pomerian? Niye köpek resmiyor? Köpek isim Tomi yazsana. Говорит, у меня собачка. Шпиц. Говорит, что пусть ее собачку сделает. Я не юзе оттуда. Сана сормат. Это не так. Кирчик-то, блин, садкула, а чисто у нас сормат. Я не оттуда. Сам бана был битане. А бана вайки яксон. Бандили калон, дия. Витекла. Бу, 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 гизан. Bu normal. Ha, değişik, bu güzel. Değişik, evet. Değişik değil mi? Hı-hı. Ha? Evet. Bir daha söyle, güzel. Mutlu oluyorum, biliyor musun? Güzel değil. Boş konuşuyorsun. Hadi internet bana. İnternet yok. Açsana, bunu çıkmam lazım. Benim kumbaraya getireceğim, sen ona para atacaksın. Oradan şifreyi gireceksin. Bak. Hayır, uzatma, hadi açın. Yok, yok, yok. İnternet değil. Ama bu nasıl? Kuru kapı, ben çok seviyorum. Они выбирают тату. Ну что, выбрала ему? Создай вид, что ты ему что-то помогаешь, советуешь. Давайте. Выбери ему цветочек. У меня не хочет интернет открыть. А что? А что, у тебя закончился интернет? Да. У меня все закончилось сегодня. И энергия, и интернет, и деньги, все на свете. И энергия, и деньги, все у него сегодня закончилось. Где денег нет, энергии тоже нет. Да. Не, не очнулся. Очнем? Очнем, очнем, да. Очнулся, баланс. Два часа будет наращивать реснички. Очень качественно делаю. Смотрите, какая у меня дотя рыжий цвет. Не, не, ты делай. И эффект. Два часа она наращивает. Кирпик. Она и дочке делала. И они брови здесь делают. И что еще, Лиля? Что?
что брови, реснички, маникюр, педикюр, солярис. А ну покажи, какие у тебя реснички, смотри. Сейчас, подожди. Мне уже этой комнаты мало. Ей эта девочка здесь наращивала. Видите, какой худенький у меня ребенок. Этот хозяин, смотрите, как поет. Мама. Афенде. Эльгвен Алабишнин Орда. Нерде. Бурда? Самый верный. Нерде? Сори. Да, сори. Адея, Лиля. Мави. Фотолин Килилия Зара. Ты до и после фоткали, Адам? Смотри, как свои сделала. Кати, ушибы не сами? Красиво очень. Это дочки сайт. А вообще-то поставь ближе свой сайт. Лилия, бак, мюштерин ушибыш. Контроль эт, ушибыш. Сырылый мя? Сырылмадык, кыз, ятыр мыям, да? Ятыр мыям, да? Так, подожди мне, Анька пишет. Так. Открыла все-таки я этот лукум, смотрите. Дело открыто. Да, потому что он стоит, и никто его не открывает. А я сластена. Смотрите, как он запечатанный был. Обычно на развес мы покупали. Ну, очень вкусный Лиля, кстати. Но она сладости не любит. Я все открытие делаю здесь, сладостей. Привет, друзья. Смотрите, все меня спрашивают, что я кушаю, что я худая. Дорогие мои, что я кушаю, я сейчас вам покажу. Но я еще плюс очень много работаю в движении. Смотрите, 2 часа обед, я еще ничего не кушала. Это я только сейчас приступаю кушать, потому что времени не хватает у меня. Все бегом. Ну, свои дела есть. И так далее. Смотрите, помидоры, я их не кушаю зимой почти никогда, потому что они, ну, для меня это химия. Сейчас это половиночку такой более-менее нормальный. Сыр кушаю, потому что я мясо не ем. Такой плетеный, он соленый. И картошечка отварная с укропчиком. Чуть-чуть масло низкокалорийное, мои друзья. Ветчину очень редко. Это я могу кушать раз в неделю. Вот эти 3 кусочка, это куриное, потому что я мясо не ем, но мне надо силы откуда брать. И вот новая еда появилась, смотрите, овощи такие. Я всякие каши люблю, вот это моя еда. Это в Турции, такая баночка 5 лир стоит. И вот я себе купила, вот эту я буду кушать. Вот, приятного аппетита, естественно, водичка. Приятного аппетита, вот моя еда. И это будет почти на сегодня все. Вечером могу какую-то кашу несвит или... фрукты, клубнику. Все, это моя еда на целый день. Приятного вам аппетита. Смотрите, мои хорошие, кто живет здесь, в Турции. Вот эта баночка стоит 5 лир. Блин, я не знаю сколько, грамм 200, по-моему, там написано. Смотрите, я открыла, первые попробовала. Ну, как бы 7 лир, даже 6,80, это 1 доллар, считайте. Но смотрите, что я вам хочу сказать. Оно, вот эта баночка мне на 3 дня, на 3 завтраки. Только завтрак кушаю, потому что я кушаю другую еду. И смотрите, мои друзья, что там есть. Оливки, рыбка, видите, перец красный, что еще, кукурузка, зеленые орошек и морковочка там есть, вот она сбоку. Но она такая, как наша килька, настолько она вкусная. Я впервые его попробовала и опять буду покупать. А сейчас, друзья, смотрите, это мне кимальчик скидывает видео. Там есть с разными готовит. Грибами. Я вот а это просто мне на вид понравилось. Ну, попробовала, обалдеть. Смотрите, приятного это у него аппетита. На балконе дома. Его дети как играют в шахматы, как развлекать. Смотрите, какой вид красивый с балкона. На эти дома. Это кималь мне снял. Просто времени не всегда нету снимать видео. И смотрите, какой большой широкий балкон. Это в городе Газентеп. Кемаль мне прислал опять видео. Он знает, что я не люблю, но он для вас это снимает. Что я не люблю? Я не люблю эти мясные блюда. Смотрите, в духовочке, как человек вкусненько готовит, мои хорошие. Ручечки у него золотые. Кемаль. Афитульсу. Чок тесекюлер. Каркес салам. Спасибо, Кемаль. Приятного вам просмотра, друзья. Удачи!